Здравствуйте, ребята и родители! Меня зовут Лена. Сегодня мы будем с вами изучать русскую букву А. Вот это наша буква А. Для того, чтобы мы с вами ее изучили, нам нужен пластилин. Итак, приступим. Смотрите, ребятки, буква А – это буква самая первая в русском алфавите. А – начало алфавита. Тем она и знаменита. А узнать ее легко. Ноги ставит широко. А как же пишется буква А? Смотрите, два столба наискосок, между ними поясок. И для того, чтобы вы сейчас запомнили, как пишется буквочка А, мы с вами повторим ее написание. Я вам переверну листочек, чтобы было видно. Посмотрите, мы с вами возьмем пластилин. Вы можете взять любой цвет. Вот так вот. И будем вот так вот катать. Вот, видите? Это будут столбики у нашей буквочки. Вот, вот. И примнем. Посмотрите. Один столбик. И сделаем второй столбик. Вот. Раскатали и приклеили. Вот. Это второй столбик. А между ними поясок. Нам теперь нужно сделать поясок. Мы точно так же возьмем другого цвета алфавит, пластилин. Точно так же его раскатаем и вот так приклеим. Посмотрите, какая у нас красивая нарядная буквочка А получилась. Вот, видите? А теперь же давайте узнаем, какие слова пишутся на букву А. Раз здесь нарисован арбуз, значит, вы уже догадались, что на букву А начинается арбуз. Еще автобус, акула. Но так как у нас арбуз, нашей букве дали арбуз. Очень сладкий он на вкус. Мы сейчас с вами сделаем еще и арбузик для нашей буквочки. Для этого мы возьмем с вами кусочек зеленого пластилина. Точно так же, как вот столбик раскатывали, точно так же раскатаем и зеленый пластилин между ручек. Вот видите? Вот. И вот так вот сделаем нашему арбузику. Вот. Корочка. Это зеленая корочка. Вот, посмотрите. Вот, прикрепим. Да, а где же заготовочку-то вам взять? Попросите, чтобы мама с папой из интернета распечатали любую заготовку, которая вам понравится. И будете точно так же делать. Ну, а если нет заготовочки, тогда нарисуйте сами. Ну, продолжим. Возьмем красный шарик. Вот так вот. Раскатаем между наших ладошек. Вы умеете, я это знаю. Вот. Возьмем вот так вот шарик и будем приминать по нашему рисунку. Вот. Смотрите. Вот, видите? Вот. У нас уже получилось что-то похожее на арбузик. Ну, вы же знаете, что у арбузика есть косточки. А косточки в основном коричневого или черного цвета. Но у меня, ребята, к сожалению, не было ни черного, ни коричневого. И поэтому я решила, что мои косточки будут желтенькие. Мы с вами возьмем вот так вот пластилин, небольшой шарик, скатаем и вот так вот будем приминать. Вот. Это наши косточки будут. Вот. Вот. И еще одну. Вот так. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Вот. Видите? Вот это наша буква А. Спасибо за просмотр.